Многодетной мамой Аля Сидоренко стала более 40 лет назад, когда возглавила школу-интернат номер 5. 62 года педагогики – это ли не пример колоссальной самоотдачи и искренней любви к детям? Для них она не жалела ни заботы, ни внимания, ни ласки. Эти дети стали семьей Али Сидоренко, которая также выросла без родителей, а школа-интернат номер 5 – ее родным домом. Наши жизненные пути, Алла Алексеевна, с вами пересеклись в трудные 90-е годы, когда страна находилась в состоянии кризиса. И благодаря вашей мудрости, вашей целеустремленности, преданности делу и любви к детям, вам удалось не только сохранить это образовательное учреждение, но и создать все условия для его развития. Под руководством Али Сидоренко школа-интернат номер 5 одной из первых в области получила статус школы здоровья. А педагоги интерната не раз становились победителями различных конкурсов. Аля Алексеевна – пример в педагогике и для своих учеников, многие из которых пошли по ее стопам. Молодая выпускница педагогического вуза Ольга Щерова в 19 лет пришла в школу-интернат на должность учителя русского языка и литературы. Всему училась у Али Алексеевны. В том числе и преданности родному интернату, в котором проработала 34 года. Я шла рядом рука об руку с Аллой Алексеевной, училась у нее. Она для меня была примером. Все хорошее, все доброе, что во мне есть, все, что вот профессионализм, он все идет от Аллы Алексеевны Сидоренко. С марта 2011 года школа-интернат номер 5 носит имя Али Сидоренко. А теперь на здании школы появилась и мемориальная доска. Право открыть именную табличку предоставили лучшим ученикам интерната. Большое спасибо сегодня всем работникам народного образования, то есть школы-интерната номер 5, и всем воспитанникам, которые сегодня поддерживают авторитет, сохраняют все в школе-интернате и помнят, что школа-интернат – это их родной дом. И что в этой школе работал такой же ученик, такая же ученица, сирота, которая посвятила свою жизнь вот именно ради вас, ради тех детей, которым нужна помощь государства. Сегодняшние педагоги школы-интерната пообещали, что сохранят и будут приумножать те традиции, которые в свое время начинала Аля Сидоренко. А воспитанники будут такими, какими всегда просила быть их директор – благородными, справедливыми и счастливыми.